Ну что, пацаны, поехали? Так. PUBG! Лего, давно начал смотреть твой стрим. Интересно от скиллового игрока в папку слышать мнение о игре Ring of Elysium. Хорошая игра. Мне понравилась. Но что-то ее уже не слыхать. А это обидно. Легас, ты супер, спасибо. Спасибо. 5 топов 1 подряд. 5 топов подряд. Oh my. Oh my, oh my. Неплохая находочка. Может быть, это все новая кровать, на которой мы спим. Я на ней просто ложусь и сплю, как красавчик такой. И уснул. Да ё-моё. Спасибо на развитие стрима. Мистер Дзон, спасибо. Держи за 5 баксов. Держи 5 евро за 5 топ. Спасибо огромное. Спасибо за 5 евро. Мистер Дзон, откуда ты? Покажи кровать. Сейчас. Вот такая. Ну, полы сделали, видите? Полы сделали. И этот, как его, и кровать в сандалии. Пока там нечего смотреть в этой комнате. Ничего нету, ни телевизора, ни тумбочек. Как-то так. Ну, кровать бедственная. 2 на 2 и матрас из кона. Я просто ложусь и сразу вырубаюсь. Нафиг. Не скрипит? Нет. Не скрипит. Ну нет, кстати, прикольно, что в таком матрасе крутом. Ну как крутом? Есть медицинский матрас за 30 тысяч, но я считаю и мой крутой. В том плане, что ты на нем прыгаешь на одной стороне матраса, а другая сторона даже не двигается. Вот это круть. Чисто батина кровать. Батина кровать. Батина кровать. Хамитов в отставку ушел. Да, знаю. Вот где все наши донатики. Ну это же хорошо, что на кровати, а не в наркотиках или еще где-нибудь. Кровать исполняет важный процесс у стримера или любого человека. Потому что от хорошего сна очень много зависит. Абсолютно все. Не знаю почему, но это так. Так, мне надо быстрее лутаться.
Так, я смотрю, у вас там супер мысли поперли. Кровать скрипит, куда-то там упираться уже надо. Еще там для чего-то кровать. Я смотрю, у вас уже поперло. Я смотрю, там уже все нормально у вас, да? Пошло дело. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Приятного аппетита. Всем, кто кушает. А ты кушаешь? Я, кстати, забыл рейтинг посмотреть, на каком я месте. Может кто посмотреть? Здорово, Нац, Экстремо, РП, здорово. Пять топов один подряд, это рекорд? Соло, да? Это рекорд. Спасибо за донатик. Дима Веремей, спасибо за донатик. Привет, бро с Томска. Давно не писал, смотрю, ты в разгаре. Давай жги еще. И когда в гости в Томск, то водочка, да, знаю, пока. Спасибо. Пока не знаю, когда. А, я говорил, да? Ты уже попутал что-то. Башка уже немножко поехала. На 12-м я месте или на 14-м? Спасибо! На развитие стрима! Спасибо, мистер Дзон. Литва, мне 40 лет, и я женат, сыну 16 и дочке 3 годика. Я рад, что нашел твой канал. Спасибо, и жду трансляцию всегда. За ошибки прости, не русский. Да, нормально все, в этом ничего нет страшного. Спасибо, Литва. Как у вас там дела с машинами обстоят? У вас утилизация идет там 2000, допустим, 2008 годов машины или нет? И на русскую, если, ну, типа, если в России хочешь перегонять ценник до небес, потому что раньше с Литвы у меня батя машины таскал. А там они очень хорошего качества, потому что они, ну, заграничные как бы, никогда не видели зиму и с хорошим асфальтом. Как сейчас там обстоят дела, не знаю. Дмитрий Воростов, спасибо, ну все очень чувствуешь, спасибо. Спасибо, Дмитрий Воростов, огромное за теплые слова. Димка там написал, говорит... Вообще, говорит, не фанат PUBG, но тебя приятно смотреть. Картинка, говорит, то ли атмосфера, то ли хрен его знает, говорит, почему так. Вообще, говорит, кросс. Мне такое спасибо. Это тоже по-английски не бельмес, как мутко валит. Мутко. Лего красавчик, вообще мочишь не по-детски, я честно в шоке пребываю. Аплодирую стоя. Спасибо. Сам в шоке, если честно. Это лучший стрим по PUBG. Рекордовый, я бы даже сказал. И без всяких челленджей, без всяких наград, взяли 5 топов подряд и за 3 часа 6 топов один. Просто по красоте взяли без челленджей. Малик Курбанов, спасибо за 149 рублей. А что такое 10? Ты написал 10, что это значит? Так еще и какие топы-то? Ладно там с одним килом. 10, 12, 13, 7, 10 и еще сколько-то килов. Я уже не помню. Там все катки были с запредельными килами. Все абсолютно с экшеном полным. А с аирдропом на Саноке вообще жесть. Я там убил в районе аирдропа 7 чуваков. Или сколько там? 5?
I will speak from my heart, your my soul. Ishari, ishari, era, ever, I go. Как всегда, когда на расслабоне, да. Не, ну, блин, челленджи это круто, там призовые лютые. Денег хватит на месяц. Но тут за бесплатно. Не говорю, что челленджи это плохо. Челленджи это очень круто, это большая мотивация. Но тут как-то вот так вот на расслабоне. Вот гонит до Литва завод по переработке битого автохлама. Это кто говорит? Экземит медальки с окороками закрывает экран очень. Экран закрывает? А что там? Мячик 5 литров. Лиля, 3 надо, я же говорил 5. Лиля, у нас тут 5 топ-1 подряд. Может не надо так много? У меня только одна граната. И пули. Как я с пули буду заходить? Он, по-моему, вправо им, да? Подымим немножко. Я думал, у тебя кала этот будет, как его? Что-нибудь бодрое. Я все, правда, эти слил. Дымы. Шмины. Я думал, прицел у него будет. А, будет, лол. Спасибо, братик. Просто уничтожая дома на изи. Я знаю, я смотрю, это мой молочина, так держать хоть я. Спасибо. Ну бери, мячик 5 литров, неплохие выходные у вас. За что ты палишь, Лили-то? Ну не знаю, Лили. Ну это много на самом деле. Никого ведь не будет, ты тоже не будешь. А мне-то куда одному 5 литров? Это что за жесть? Надо сегодня Дэдпула досмотреть. Врубай трек Snoop Dogg'а. We smoke every day, day. А чё, а где? Тут же дым был. Лутона я видел, лут лежит. А куда он убежал? Дядь, ты куда убежал? Лиль, реши сама, пожалуйста, я это, пока не соображать. Я опять топов один. Ервис, а его уже нету здесь, нифига себе, как так? Шлем не взял, да? Ну сорян, бро, сорян. Опа-на, вот ты где. Здорово. Блин, практически задавил. Все как в лицо прилетит. Практически ведь задавил. Понимаете, пожалуйста, лутайся, а то уже в этом матче аптеку вторую каску в ящике забыл. Да, вот я и говорю. Все, уже сдаю. Сдаю позиции. Сдаюсь!
Ты чё, дядя? Я правда с неё туплю иногда. Не знаю, с чем это связано. Спасибо. Спасибо. На развитие стрима. Мистер Дзон, спасибо. С машинами дело хорошо. Раньше мы из Германии гоняли, щемили и вам продавали. Так, ну когда да. Когда вступили в Евросоюз, запретили гады с Россией торговать. Так, да, все верно. И что сейчас делать? Все получается? Никак? У вас там машины сочные, я знаю. Жалко, никаких нету муток. Жена угорает, ты куда за 3 литром пошел в холодильник, а я старый дурак, просто радуюсь за тебя, как дитя переживаю, возьмешь топ-6 или нет, за каждый килл в ладоши хлопаю, ужас. Такая же тема, спасибо, бро, огромное. Спасибо, братик. Босс 20. Здорово, братан. Чё творю вообще? Чё творю, а? Чё творю? Это шедевр просто. Там кто-то на баги подъехал. Где баги-то? Вчера с женой небоскреб смотрели в 3D. Что такое небоскреб 3D? Это новое что-то? Нормально, этому тоже влетело. Неплохо так. Да не надо 8. А, 8x где был? Там? Да не, нафиг этот 8x его бросает, как жесть какую-то. Нафиг этот 8x. Откуда? Опа-на. УАЗик сам себя задавил. Это че? Так, пора ныкаться. Лодки. Ну ладно, уже не надо. С 6-иксовым постреляю.
Здорово, всем привет. Надо смотреть везде, где кто может быть. А где аирдроп-то, алло? Он же где-то здесь должен падать был. Нет? Вот он. Как грены прилетят. Да пошел ты нахрен! За зоной сдохнешь. Буду я еще от тебя там. Сдох от зоны. Спасибо! На развитие стрима! Спасибо, мистер Зона, сенси. Еще раз. Я никогда никакой игре не играл, но на старости PUBG полюбил с такой страстью, ты не поверишь. Смотрю тебе и учусь, ты смелый и умный парнишка, низкий поклон тебе. Спасибо огромное за добрые слова. Я не понимаю, где... Спасибо огромное, мистер Дзон.
Это за зоной сдохнет сейчас. Сдох. Или нет? Нет. Что потом выехать прямо можно было и не врезаться в камень, я так сделал. По-любому и где-то еще. Не могу понять где. 6 хп у броника. Не очень. Не знаю, какое оружие взять, на ближний бой или на дальний. Никто сзади не приплыл. Хавитов ушел из-за тебя в отставку, чтобы больше времени было смотреть твои катки. Не, ну это жестко. Ну и что за тишина какая-то лютая? От того дерева нету случайно никого? Почему они друг друга не стреляют? Они что, вдвоем играют? Я такое видел. В топе остаешься и два типа против тебя одного. Ну, пацаны, вам сегодняшнее пятничное настроение я сделал. 5 топов один подряд и 6 топов всего. Поэтому цените это. Где последний-то, блядь? Вот он. До свидания. 14 киллов. Пиздец, блядь. 6 топов один подряд. Просто. Я сейчас заплачу, наверное.